Трансляцию ВГТРК отключили? Не было. Не было? И она идет. Меня видят по всему миру. Это через интернет. Еще раз вам говорю. Россия-24 давала трансляцию. Да, через сайт. Я еще раз говорю. В апреле Соединенные Штаты Америки нанесли удар по сирийским правительственным войскам, использовав в качестве предлога ситуацию с хим-инцидентом в провинции Идлиб. Не удосужившись ни в чем разобраться, США пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие. Нет, еще раз. Какой? В ночь на 7 апреля США нанесли удар по сирийским правительственным войскам, использовав в качестве предлога ситуацию с химическим инцидентом в провинции Идлиб. Не удосужившись ни в чем разобраться, США пошли на демонстрацию силы, на военное противодействие стране, которая борется с международным терроризмом. США не первый раз демонстрируют подобные безумные... Так, все. Все, спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Еще раз.